Опять ты. Ну давай, иди сюда. Уоррен Баффет торгует на новостях. Вот скажи мне, ты серьезно веришь, что он заработал свое состояние, торгуя вот на таких бегах, мышиной возне, охотой за комарами? Это самый богатый инвестор на планете. И он отслеживает, что происходит, и пытается уловить вот эти маленькие шумы, маленькие колебания рынка. Разве это серьезно? Ты должен построить свою торговлю так, чтобы рыночные колебания, которые возникают во время сиюминутных новостей, не вышибали тебя из основной торговли. Ты должен торговать в направлении основной тенденции. Только так. Начинай мыслить стратегически. Перестань охотиться за фантомами. И вот тогда ты сможешь торговать действительно серьезно. Это будет уже серьезное инвестирование. Понял? Ну давай, пока.